Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. В Минске оценили слова Вадима Пристайка о войне между Россией и Белоруссией. Слова главы украинского МИДа Вадима Пристайка о том, что Россию и Белоруссию якобы ожидает война, оценил председатель комиссии Нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько. Высказывание украинского дипломата он счел не очень обдуманным. Заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией, цитирует РИА Новости белорусского парламентария. Он сообщил, что у России и Минска не самые простые отношения, но до войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, и этого никогда не может быть. Народный избранник сообщил, что белорусы и русские – это братские народы, и за это надо держаться. В качестве негативного примера отношений Давыдько привел Украину. Он отметил, что отношения Москвы и Минска находятся на самом высоком уровне, при этом мелкие разногласия никогда не должны перерасти в конфликты, тем более в военные. Напомним, ранее глава дипломатии Украины Вадим Пристайко заявил, что желание белорусов оставаться независимыми приведет к неизбежной войне с Россией. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.